Вот уже 20 дней по дорогам бывшего Советского Союза победным маршем проходит автоколонна проекта «Наша Великая Победа». В эти выходные активисты прибыли в Астрахань, где молодежное крыло боевого братства сменит предыдущий состав астраханцев. Буквально с колес победный кортеж встречал Сергей Рожко. Эксклюзивное видео нашего канала. Автоколонна проекта «Наша Великая Победа» вступила на астраханскую землю. Полдень, Наримановский район. В 30 километрах от областного центра их ждали друзья и ветераны локальных конфликтов. И вот спустя 20 дней долгожданная встреча. Здрасте. Изюминка автопробега – легендарная победа. 90 городов, 25 тысяч километров, 55 дней. Машина ведет себя великолепно. Идет первый в колонне автомарша. Задача дойти до Мурманска, Бреста, до Нижнего Новгорода. Ну а в Дербенте, нижней, самой южной точке, мы уже были. ГАЗ-20 «Победа». Конкретно этому раритету 62 года, но владимирские кулибины, откуда взяла старт машина, уверили, половину от расстояния экватора она пройдет на одном дыхании. А скажите, у вас запчасти есть с собой на всякий случай? Случая не будет. Случая не будет. Ну, все-таки. Дали гарантию. Возможно, древнегреческая богиня Ника или, скажем, римская Виктория хранят свою советскую сестру. Победа не подвела. Будто бы весь поселок Прикаспийский вышел встречать гостей. В каждом населенном пункте, где останавливается автоколонна, разворачивается большая копия Знамени Победы. В руках сельчан 200 квадратных метров красного полотна. Я хотел бы обратиться к вам словами благодарности. Вот сколько раз я приезжаю к вам сюда, и всегда тепло и радушно встречаете. Это говорит о том, что у нас очень хорошие традиции. И чем эти традиции у нас будут передаваться из поколения в поколение, тем богаче, краше и крепче будет наша страна. Далее сводная автоколонна пройдет в другом составе. Представители Астрахани заменят активисты молодежного крыла регионального боевого братства. Сергей Рожко, РЕН-ТВ, Астрахань.